Карта, деньги, все почти как название известного фильма с поправкой на местный колорит. В Иркутске пресекли деятельности горного заведения. В трехэтажном здании чего только не нашли. И стало для карты электронное устройство и даже помещение для досуга с уютными кроватями. Посетители и персонал заведения вынуждены были прерываться. Фортуна в эту ночь оказалась не на их стороне.